Всем привет, с вами снова Виктор Балет. Сегодня хотел рассказать вам истории про Каражал, как мы сделали огромные такие путешествия по Каражалу. Берешь билет за 5 копеек и садишься на пазик и ездишь по кругу по Каражалу. Примерно, наверное, час это было от нового города до вокзала и обратно. И несколько раз можно так было, несколько таких кругов делать. Ну, мы любили, у нас не было там аттракционов, не было других каких-то интересных вещей. На пазике кататься за 5 копеек, несколько кругов, это было одно из наших таких проведений времени, когда бы мы были маленькие, нам это все пацанам очень нравилось. Кататься на автобусе всего лишь за 5 копеек, ну иногда даже бесплатно катались. Вот такая вот интересная история. В следующем ролике еще что-нибудь расскажу про Каражал. Очень много интересного было из детства. Заходи, смотри, если что, подпишись. Спасибо тебе.